Сегодня утром на Эгерском бульваре в Чебоксарах случилась авария. Недалеко от остановки автовокзал. Маршрутное такси врезалось в самосвал. По предварительным данным, 262-я маршрутка въехала в КАМАЗ, участвовавший в уборке снега. По словам водителя, его ослепило солнцем, и он не заметил, как затормозила на обочине машина. От сильного удара в салоне микроавтобуса смяло сиденье. Пострадали 8 человек, находившихся в маршрутке, в том числе и водитель. По данным, на 16 часов в медучреждениях Чебоксар находятся двое пассажиров указанной маршрутки. Состояние одной из пострадавших врачи характеризует как тяжелое. Женщина, у которой сочетанная травма, помещена в реанимацию. Как объяснил 28-летний водитель микроавтобуса, он поздно заметил снегоуборочную машину. Обстоятельства аварии выясняются. В зависимости от результатов экспертизы по факту дорожного происшествия, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. В январе этого года в республике по вине водителей общественного транспорта произошло 5 аварий, в которых пострадало 16 человек. Только сегодня в столице уже произошло 3 ДТП с участием маршруток.